Как подключить надежно душевой поддон к канализации, когда снизу не подлезть? Для начала ставим поддон на свое место там, где он будет, на нужной нам высоте. Важный момент. Сифон нужно использовать, чтобы крепление было сверху, вот допустим через такие винты. В моем случае это модель McAlpine MRS-10C. Выставив поддон, отмечаем место, где должен находиться сифон. Теперь убираем поддон и собираем такую конструкцию, подводя сифон, собственно, к нашей точке. Ставим сверху поддон и проверяем, как мы хорошо попали. Вот он сифон, есть немного у него подвижки, чтобы поправить, и сейчас мы будем его закреплять на поддоне. Сифон притянул, сейчас есть небольшая еще подвижность, я могу отодвинуть поддон, чтобы его загерметизировать. А теперь проверяем герметичность. Шустро уходит. Сухо.